Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы будем говорить о советской истории. Я Олег Будницкий. Тема сегодняшней передачи – «Империя ГУЛАГ». В 1930-е годы ГУЛАГ, Главное управление лагерей, превратилось в настоящую империю. В 1930 году под управлением ГПУ находилось около 140 тысяч заключенных, находящихся в лагерях. На начало 1941 года число заключенных достигло 1 миллиона 930 тысяч человек. А всего за 1934-1941 годы через ГУЛАГ прошло более 6 миллионов человек. За 1930-1933 годы мы, к сожалению, полных сведений не имеем. Что из себя представлял ГУЛАГ и каковы были его функции? С одной стороны, это было средство изоляции и истребления определенной части противников режима или тех, кого режим считал своими противниками. Это не были, в принципе, истребительные лагеря. Тем не менее, время от времени проводились целенаправленные расстрелы по повторно вынесенным приговорам, да и смертность среди узников была весьма высокой. Так, на столице Беломорско-Балтийского канала умер каждый десятый заключенный. В 1938 году смертность была несколько ниже, но тем не менее 8%. А ведь в лагеря в основном поступали все-таки здоровые люди. Другая сторона и другая задача ГУЛАГа – это было строительство социализма. Да-да, вот такого лагерного социализма. Архипелаг постепенно стал неотъемлемой частью сталинской экономики, частью политэкономии сталинизма. Беломорско-Балтийский канал, потом канал Москва-Волга и далее по списку. Ну, например, снабжение Ленинграда и Москвы лесом. Это делали заключенные Свирелага и Темникова. Или сельские работы в Казахстане. Освоение целины еще до провозглашения этого лозунга – это степь лаг. Ну и, конечно, без ЗК никак не могла обойти золотодобыча. Ведь добывали золото на Колыме. На Колыме, куда можно было добраться только морем. И где, собственно говоря, заключенные построили эти ворота Колымы и колымскую столицу Магадан. Надо сказать, что к 1939 году заключенные добывали на Колыме 35% всего золота страны Советов. В 1935 году начали строить никелевый комбинат в Норильске. Его строили заключенные. Это нынешний норильский никель. Ну, пик этого лагеря приходится уже на 50-е годы, когда число ЗК там составляло около 70 тысяч человек. Самым крупным лагерем был БАМ-лаг с множеством лагпунктов. Да-да, строили ту самую Байкало-Амурскую магистраль, впоследствии объявленную комсомольской стройкой. ЗК не достроили. Население ГУЛАГа существенно пополнилось в 1937 году. Около 700 тысяч человек. И поначалу это даже дезорганизовало производство. Еще бы принять такую массу людей, попробуйте что-то организовать. Ну вот на смену железному наркому Николаю Ивановичу Ежову приходит Лаврентий Павлович Берия, большой гуманист. И Лаврентий Павлович предлагает повысить рацион заключенных и вообще использовать их более рационально. Повысить их производительность труда. А для этого не только кормить их чуть-чуть получше, но и пресечь возможность побега, ужесточить режим и увеличить продолжительность рабочего дня – 11 часов и только 3 выходных дня в месяц. Ну а на практике заключенные работали столько, сколько желала охрана и командование лагеря. Вот такова была эта могущественная империя. Кстати говоря, интеллектуальный уровень заключенных ГУЛАГа стремительно вырос в 1937-м и последующих годах. Число заключенных с высшим образованием выросло на 70%. И еще один важный момент. Не надо думать, что в лагерях сидели только политические. Они составляли в разное время не более четверти или трети заключенных или уголовные. Основная масса населения ГУЛАГа – это были обычные люди.
Обычные люди, попавшие в ГУЛАГ по различным репрессивным статьям Советского уголовного кодекса, ну, например, за спекуляцию, за хулиганство, за невыполнение минимума трудодней в колхозе, за самовольный уход с места работы и так далее и тому подобное, за нарушение паспортного режима, например, не прописался вовремя или жил, допустим, в столице без прописки. А вот такова была в самом сжатом виде история ГУЛАГа в 30-е годы. После военный период экономическая роль ГУЛАГа возрастает еще больше. Накануне смерти Сталина Анна Ахматова сказала: «Скоро арестанты вернутся». Напомню, что среди арестантов, среди лагерников был ее сын, если кто не в курсе, Лев Гумилев. И две России взглянут в глаза друг другу. Та, которая сажала, и та, которая сидела. Похоже, что с тех пор две эти России ведут параллельное существование. Одна, которая считает, что ГУЛАГ – это и есть сердцевина, суть сталинского режима, и другая, которая мечтает о новом Сталине и считает, что если и были у нас какие-то беды, то это от того, что сажали мало. Всего вам доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказывали о советской истории. Завтра будем говорить о всемирной истории 20 века.